жоп, Василий Иванович! Василий Иванович! Анка к врагу переметнулась! Молчи, Петька! Это новое бактериологическое оружие! Василий Иванович, вы трусы наизнанку надели. Ну, Петька, а как ты увидал? По шву? Не, по говну. В какой руке бутылка водки? Не угадаешь, Петька, разобью. В правой. Думай, Петька, хорошенько думай. Товарищ Фурманов, запишите меня в партию. Членом, что ли? Ну, не знаю, можно членом, а лучше карандашом записать. Василий Иванович, от голубого члена посыльный пришел. Петька, сколько говорить тебе? Блюхер! С английского не переводится. Анка, почему у Петьки волосы такие пышные? Он их яйцами натирает. Ух ты! Ну и акробат. У нас в дивизии все грамотные. Петька, кто Василий убрал? Василий Иванович, вечно кто что украдет, вы у меня спрашиваете. Петька, что за шум ночью был? Так, связисты антенну срочно натягивали. Антенна, странное имя. Василий Иванович, ты барыню можешь? Могу. А цыганочку? Могу. А Летку Енку? Не, сразу двух не могу.